Как могут защитить тебя одни из самых уязвимых участников дорожного движения – люди преклонного возраста? С практическими советами представители ГИБДД посетили сегодня Центр социального обслуживания «Вера». Они напомнили его гостям, как нужно вести себя пешеходам и водителям. Полицейский продемонстрировал пожилым людям дорожные знаки, разрешающие переход, и рассказала, что необходимо делать, чтобы избежать аварии. Некоторые из присутствующих пенсионеров на личном опыте знают, каково это – быть на волоске от беды. И я посмотрела налево, посмотрела направо, машин далеко где-то машина. Но я иду спокойно. И вдруг я вот так вот прошла немножко, и мимо меня просвистела машина. Даже ветром вот так. Я дошла до остановки, мужчина там стоял и говорит: «Женщина, вас ведь чуть машина не сбила, а?» Сбивают в нашем районе все меньше. По статистике, за 9 месяцев этого года происшествий на дороге примерно на четверть меньше, чем в прошлом. Вместе с тем, люди в возрасте наравне с детьми чаще всего получают травмы при ДТП. Пожилой человек, он привык к тому, что он подошел, как ребенок, к пешеходному переходу, и он сразу же идет на дорогу, делает шаг. А о том, что опасность, она вот она рядом, забывает. Тех, кто забывает об опасности, могут защитить специальные аксессуары, такие как брелок на сумку или особый жилет. Он ярко отражает свет и хорошо заметен водителям, особенно в темное время суток. Защитную деталь гардероба инспектор принесла с собой и продемонстрировала ее работу. В то же время, по мнению некоторых участников встречи, на нескольких перекрестках видного переходить дорогу по правилам физически невозможно. Зеленый сигнал для пешеходов гаснет слишком быстро. Полицейский заявил, что с этой проблемой стоит обратиться в администрацию. В конце семинара всем присутствовавшим вручили специальные значки.